первый именно предсоревновательный учебно-тренировочный сбор конкретно к Евроиграм. Наша цель – это получить медали. Чем больше ценность медали будет, тем лучше. Со всей работой, что мы проделали, которую уже у нас есть за плечами, то мы готовы соревноваться с любой сборной, которая будет находиться на Евроигре. Приглашаем всех получить удовольствие от этого турнира и нежданного футбола и поддержать нас. Настроение, атмосфера в команде очень хорошая. В плане подготовки, физики и психологии мы готовы бороться за самое высокое место в Европейских играх в Минске.